И всем снова привет из Кореи. Сегодня у нас есть прекрасный бассейн, как раз протестировать обещанные Leatherfins Forza, которые выйдут примерно в апреле. Уже Максим готовится к тому, чтобы начать видеосъемки. У нас будет работать две камеры, одна под водой, другая над водой. Ну и, соответственно, мы сможем наблюдать, как ведут себя ласты, как ведут себя калоши, как ведут себя усы, ну и разные всякие другие детальки. Поэтому в полном объеме мы попробуем показать вам, как все это работает. Ну что? Мой костюм нигде не стягивает, нигде не жмет. По-моему, близко к идеалу. Сейчас попробуем ласты с новой калошей Forza в воде. Посмотрим, как они работают. Посмотрим, как сидит калоша. Протестируем, как работают пластины в целом на скорости и в свободном плавании. У меня оригинальный размер ноги 41 и размер калоши 41-42 Forza. Сидит очень комфортно, нигде не давит, не болтается нога. Вот вы можете смотреть, нога не болтается. Все пока очень достойно. Довольно-таки хороший КПД от грибка, мягкая работа. Пластина включается практически сразу же, включается без каких-то усилий при грибке ногой. В целом очень все неплохо. Когда плывешь максимально, довольно-таки плотная работа такая, хорошая. Не проваливается нигде, сразу скажу. Ну и хороший грибок. Хороший грибок, причем грибок хороший. И когда работаешь вниз, и когда работаешь с оттяжечкой наверх, гребет в обе стороны неплохо. Ну что, тоже мне даже еще больше нравится, чем работа кролем ногами. Помощнее работа двумя ногами. Может, потому что я привык больше плавать дельфином, чем кролем. Но весьма достойно. Весьма достойно. Очень так быстро и плотно, опять же. Плотно прикладывается. И в воде оно... скажем так, не вязнет, вот, и в то же время нету вот этого выстрела. Плавная работа хорошая, очень хорошая, экономичная. Гребут неплохо. Что по жесткости скажешь? Помягче. Гребет более так уверенно. В принципе, калоши, могу подтвердить, с ними грибок более такой амплитудный, получается скорость реально быстрее, причем так ощутимо быстрее. В принципе, 25-ка прилетает вообще вот так. Причем, если там ласты мы берем какие-нибудь другие, и я в них начинаю ускоряться, может произойти такое, что если экстрасофт, они превращаются как в бумагу и перестают гребсти. То есть прикладываешь усиление там в раз 5 больше, а получаешь реально там выходов КПД ничего. Здесь, когда я топлю на них, они реально гребут. Кстати, показываю всем. Вот ласта плавал в карбоне, да, там не турбодвигатель был сейчас. И получается, что
пятка стала довольно жесткая. И благодаря жесткой пятке очень все отзывчиво стало. Потому что если там берем разные ласты, как бы начинаешь топить, проваливается, и КПД не передается. Здесь, когда как бы наваливаешь на пятку, она здесь вообще никак не прогинается, и она все передает полностью. Лопасть, и лопасть получается, что работает намного больше, чем с большими усами, поэтому я думаю, что вот эта калоша вообще народу понравится, потому что она более скоростнее, более интереснее, и самое главное, что по бокам она мягкая, а внизу она жесткая, что придаст вам, в принципе, комфорта, скорости, уверенности там при грибках с глубины. Все как бы хорошо. Бладерфинс поздравляю с успешной, я так считаю, новинкой. Желаю вам приобрести, обновить свои ласты, свои калоши, чтобы плавать быстрее, увереннее, эффективнее. Всем удачи. Встретимся на воде.